отвлеклись от работы. В честь профессионального праздника в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Участие в нем приняли педагогические работники, руководители образовательных учреждений со всей области, а также почетные гости. Лучшим вручили благодарности и почетные грамоты. Тему продолжит наш корреспондент. Анна Кустовникова с детства мечтала стать учителем. Сначала женщина хотела быть преподавателем начальных классов, потом математики. Однако в итоге судьба распорядилась так, что Анна стала учителем английского языка. О своем выборе быть преподавателем Анна Кустовникова ни разу не пожалела. Где я училась, там я и работаю, там учится, заканчивает уже школу моя старшая дочь. В следующем году пойдет младшая. Только в эту школу никаких других вариантов. Потому что даже несмотря на то, что я живу в маленьком городке, но менять я ничего не хочу. Я очень люблю свою школу, свой город и свою профессию. Воспитывать и учить детей для меня это самое прекрасное. Профессия учителя – это не только знания, но и судьбы учеников, которые добиваются результатов в Тверской области и за ее пределами. Перед педагогами стоит ответственная задача не просто воспитать ученика, но и раскрыть личность и потенциал ребенка. Это особый труд, который требует большой любви к своему делу. Важно, что благодаря вам современная система образования Тверской области сохранила преемственность выдающихся традиций отечественной педагогической школы, главной из которых – воспитание детей на основе базовых ценностей нашего народа, уважение к труду, к истории Отечества, заботливого отношения к родной земле. Желаю вам доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, талантливых и благодарных учеников, которые станут гордостью Верхней Волжи. Во время торжественной церемонии ведомственные и региональные награды были вручены лучшим представителям профессий из разных уголков Тверской области. Почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации удостоены учитель биологии и химии Медновской санаторной школы-интерната Надежда Бобылева, заведующая отделением Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа Лариса Лосева.